Напиток замечательный, шоколадный и питательный. Позу при авиакатастрофе, потому что то, что мы вам приготовили, этого еще не видел никто, этого еще никто не делал. Только мы, программа «Угадай мелодию», но о чем я, вы сейчас сами все увидите. А пока пора начинать. Сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы, они уже с нами. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас, занимайте ваши игровые места незамедлительно. И мы начинаем нашу суперпрограмму сегодня, здесь, сейчас. Добрый вечер, уважаемые игроки. Добрый вечер. Мне очень приятно, что вы здесь, на этой площадке. Я надеюсь, что вам здесь будет весело, вам здесь будет уютно. Вы будете играть, угадывать мелодии. И позвольте, я вас представлю многоуважаемой публике. Участник под номером один – Денис Киселев! Дениска всегда весел, общителен, любит свою собаку Джесси и с удовольствием посещает сад-лицей, где можно почитать любимую книжку, собрать из конструктора гоночную машину и принять участие в музыкальном детском спектакле. Денис Киселев! Участница под номером два – Анастасия Рудакова! Обворожительная Настя любит петь, танцевать. Ее квартира – это кукольный дом, где игрушечные красавицы имеют свои спальни, кухни, машины и бассейны. А ее мечта – выйти замуж за принца из музыкальной сказки. Анастасия Рудакова! И участник под номером три – Александр Лямин! Саша – общительный человечек, который обожает ходить в детский сад, где рисуют машины, строят города из конструктора и распевают детские песенки. Александр Лямин! Уважаемые игроки, как ваше настроение? Я думаю, замечательно. Посмотрите на меня. Эй, я здесь. Я думаю, что мы вместе проведем замечательные 30 минут. Хорошо? Я объявляю начало первого тура! Я понимаю, что вы чуть-чуть волнуетесь, но поверьте, у нас веселая игра, задорная, азартная, поэтому лучше не волноваться, а просто нажимать на красные кнопки, как это пытается делать Денис. Итак, Денис, ты участник под номером один, ближайший ко мне. Выбирай любую категорию. Мультипульти. Мультипульти, замечательно. Категория номер два. Итак, здесь песни из мультфильмов. Песни из мультфильмов, нота, в которую ты бы хотел сыграть. Ну, решайся. Давай первую. Начнем сначала, хорошо? Договорились? Точно? Итак, нота номер один. Легкий прессинг со стороны ведущего на игрока, но мы об этом забываем. 40 рублей забрали на ответ, а рубль нашей сегодняшней программе будет равняться одной квишке, то есть сказочной валюте, потому что детство — это всегда сказка, это всегда праздник и всегда сюрпризы. 40 рублей. Поехали, слушаем музыку. Ну, конечно, волнуются. Волнуются дети. Первая мелодия. Но сейчас угадают, что это, естественно, кот Леопольд. И ответ у Саши готов. Да. Это кот Леопольд. Кот Леопольд. Совершенно верно. Конечно. Да. Музыка из кинофильма про кота Леопольда. Если добрый ты, так называется эта песня. Ты угадал абсолютно правильно. Саша, выбирай. Кино и музыка. Кино и музыка. Замечательно. Категория номер четыре. Песни из кинофильмов. Я думаю, что все эти кинофильмы вы, конечно, смотрели. Песенки помните. Нота, Саша, какая? Нота номер три. Нота номер три. Замечательно. 75 рублей за правильный ответ. А ну-ка, послушаем. Да, Саша. Электроника. Про электроника. Совершенно верно. Приключения электроника. Так называется этот фильм. Напоминаю, что в категории кино и музыка можно назвать название фильма. Это уже ответ. «Крылатые качели» так назывался. Эта песня, ты совершенно правильно угадал. Прошу, выбирай. Мультипульти. Мультипульти. А нота? Нота номер три. Нота номер три. Тебе везет на эту цифру. Я думаю, сейчас ты опять угадаешь. Анастасия, Денис, ну-ка собрались. Играем. Слушаем музыку. Саша был первый, да, Саша? Чунга-чанга. Чунга-чанга. Совершенно верно. Аплодисменты.
Александр уже заиграл вовсю. Замечательно, Анастасия, Денис, спокойно, и у вас все получится. Саша, выбирай. Я кино и музыка. Кино и музыка, замечательно. А нота? Номер два. Нота номер два. 45 рублей. Поехали. Анастасия первая. Что-что? Если долго-долго по тропинке. Идти долго по дорожке. Совершенно верно, конечно, про красную шапочку. И вот и у Анастасии первая угадная мелодия. Денис, сейчас и ты угадаешь, я в этом уверен. Анастасия, прошу, ваш выбор. Кино и музыка. Кино и музыка, а нота? Первая. Тогда первая. Замечательно. И, пожалуйста, не волнуйся, ты же замечательно угадываешь в нашей программе. Поехали. Да, Анастасия. Ну? Ты капитан, сказала, капитан. Капитан, улыбнитесь. Конечно, конечно, конечно. Аплодисменты Анастасии. Кстати, Денис, Саша, вы тоже можете аплодировать. Настя, она играет замечательно. Прошу. Настя, выбирайте. Мультипульте. Мультипульте. А нота? Вторую. Вторую. Отлично. Поехали. Да, на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Совершенно верно, конечно, бременские музыканты. Да-да, еще раз да. Отлично, Настя, прошу. Ботанический сад. Ботанический сад, замечательно. Категория номер три. Песни о растениях, о деревьях, о траве, о кустарнике. Поняли? Денис, ну-ка соберись, пора уже играть, пора. Нота, в которой тебе хотелось бы сыграть, Настя? Нота номер первая. Нота номер первая, отлично, слушаем. Саша. Тили-тили. Тролливали, это мы не проходили, это нам не задавали. Совершенно верно, Александр, аплодисменты. Прекрасно. Саша, твой выбор. Я? Да. Мультипульте. Мультипульте, замечательно. Итак, осталась одна четвертая нота, единственная оставшаяся. Слушаем музыку. Я на солнышке лежу, абсолютно верно, конечно. Уважаемые игроки, на этом первый тур заканчивается. И заканчивается он очень достойно. Саша, Настя играют уже вовсю. Денис, во втором туре, я думаю, ты проявишь себя. А во втором туре мы увидимся с вами через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Денис, и ты тоже. Прошу вас, зайди на подиум. Аккуратно, все хорошо. Замечательно. Через несколько мгновений наши потрясающие игроки к нам вернутся. Друзья, наступает второй тур нашей программы. Вы видели, что вытворяют эти очаровательные юные игроки. Они угадывают мелодии, хотя возраст у них, скажем так, еще дошкольный. И тем не менее, фантастика. Значит, нужно встречать их аплодисментами. Значит, нужно помогать им своими улыбками и своим участием. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас, занимайте ваши игровые места незамедлительно. Мы начинаем. Милые игроки, добро пожаловать во второй тур нашей замечательной программы. О, я гляжу, Квики, Квики, где ты был, почему ты опоздал? Ну как почему? Потому что я разливал по стаканчикам Nesquik. Думаю, что сейчас мне и ребятам нужно основательно подкрепиться. Nesquik, вот то, что нам необходимо сейчас. Да, действительно, Квики, угощай наших очаровательных игроков. Осторожно. Это напиток вот замечательный, вкусный и питательный. Осторожно. Ну что же, уважаемые игроки, пожалуйста, подкрепляйтесь. А теперь не будем забывать, зачем мы здесь собрались. Мы же здесь собрались, чтобы играть. Я объявляю начало второго тура! Итак, лидером по итогам первого тура является очаровательная Анастасия. У него сегодня больше всего рубликов по итогам первого тура, а рублик сегодня у нас равняется квишке одной. Прошу вас, Анастасия, выбирайте любую категорию. Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Филипп Лучезарный. 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Анастасия. Я ночами плохо сплю. Потому что я тебя люблю. Совершенно верно. Конечно, зайка моя. Уж не про нашего ли кролика Квики эта песня? Прошу, Анастасия, выбирайте. Что хотите дальше? Розовый фламинго. Розовый фламинго. Замечательно. Песни о животных. Поехали, слушаем. Я был когда-то странный, игрушкой безымянной. Которой в магазине никто не подходил. Фантастика, аплодисменты. Конечно, Чебурашка, Саша. Но Анастасия первая догадалась. Настя, прошу, выбирайте дальше. Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Замечательно. Ох, как я думаю, Филипп Киркоров сейчас доволен, что вы выбираете именно его категорию. Слушаем.
Настя. Смотри, какой летает. Совершенно верно, да! Потрясающее знание песен Филиппа Киркорова. Настя, вы, наверное, очень любите этого певца, да? Да. Прошу, выбирайте дальше, куда хотите. Ну, что хочешь? Все, розовый фламинго. Розовый фламинго, замечательно. Слушаем. Да, Настя? Розовый фламинго. Фламинго, конечно, да. Именно эта песня дала название этой категории. Эй, Саша, эй, Денис, чего заскучали? А ну-ка веселее, а ну-ка руки на красные кнопки, и сейчас пойдет игра. Настенька, прошу, выбирайте. Розовый фламинго. Розовый фламинго, замечательно. Слушаем. Сам нажимай, если знаешь. Нажимай кнопку быстрее. Нет, стоп. Денис нажал кнопку. Знаешь эту песню? Нет. А что ж ты подсказывала Насте-то? Ну, такой, про ногу. С ушами, с рогами, на четырех ногах такой. И здесь два рога. Ну, вот так вот. Кто такой? У бабушки. Козлик, совершенно верно. Жил-был у бабушки розовый козлик. Да. Именно эта мелодия звучала. Я засчитываю Денису правильный ответ. Ну что же, Денис, твой выбор. Это было трудно, но мы угадали с тобой мелодию. Выбирай. Вот смотри, есть музыка на ТВ, розовый фламинго. Хит группы 90-х. Какая категория? Хочешь ее взять? Да, берем. Хит группы 90-х. Категория номер 3. Песни групп популярных в наших 90-х годах. Поехали, слушаем. Настя. Бухгалтер. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, совершенно верно. Да, конечно. Настя, ваш выбор, прошу. Выбирайте. Настя, выбирайте. Хит группы 90-х. Хит группы 90-х, замечательно. Слушаем дальше. Поехали. Да, да, Саша. И Бойко Бабник. Ну, конечно, и Бабник, да, ты Сашка Бабник. Фазюна. Да, совершенно верно, аплодисменты. Замечательно, Саша. Саша, ваш выбор. Саша, выбирайте, куда хотите. Хит группы 90-х, может, продолжим или нет? Или другой? Музыка на ТВ. Музыка на ТВ, замечательно. Заставки к различным телевизионным программам. Все смотрим телевизор, правда? Значит, слушаем музыку. Поехали. Анастасия. Мир животных. В мире животных, совершенно верно, да. Ну что ж, уважаемые игроки, красивый, веселый, азартный, интересный второй тур на этом заканчивается. Денис, к сожалению, вы знаете, по условиям нашей программы, игрок, у которого меньше всего денежек, а это, к сожалению, вы покидаете нашу программу, но вы еще обязательно сюда вернетесь, потому что сегодня у нас заготовлено много сюрпризов. Ну что же, Денис, всего доброго, до свидания. Анастасия и Саша, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. И через несколько мгновений Денис покинет нашу программу, но вернется Анастасия и Саша в третьем туре. Скоро мы их увидим. Дорогие друзья, вы знаете, если честно, я давно не получал такого удовольствия, как от сегодняшней программы. Уверен, что и она вам нравится. Чудо денег, как играют, как угадывают, а им всего по 5 лет. И тем не менее, они уже игроки нашей программы. Встречайте их, они появляются в студии. Давайте поаплодируем им еще и еще раз. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Мы начинаем. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас аккуратно занимать ваши игровые места. Саша, во-первых, я поправлю, с вашего позволения, вам табуретку. Теперь вставайте. Саша, я знаю, что ваша любимая песня «Комбат Батяня, Батяня Комбат». Она, кстати, была в хит-группах 90-х во втором туре, но до нее дело не дошло. Саша, а может быть, вы нам ее споете, если у вас есть желание? Споете? Есть. Давайте. Сейчас только сил наберусь. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины, ребят. Летят самолеты, танки горят. Ах, як, комбат, як, комбат. Спасибо огромное, Саша, аплодисменты, шквал, буря. Ну что же, я думаю, у вас прекрасное настроение. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Настя. У нее 691 рубль. Саша чуть-чуть отстает. Настя, значит, вы будете начинать торги после того, как я прочту подсказку. Подсказка номер один. Песня, которую можно играть одним пальцем. Настя, прошу вас, вы начинаете торги.
Я угадаю, это мелодия семи нот. Я шести. Угадывай. Угадывай. Итак, Саша, вы будете угадывать эту мелодию. Песня, которую можно играть одним пальцем с шести нот. Слушаем. Чижик-пыжик. Нет, куда, Настенька? Настенька, дело в том, что выиграл торги Саша, ему отвечать. Саша, что это была за песня? Чижик-пыжик. Ну, конечно, Чижик-пыжик, совершенно верно, да. Счет становится 1-0 в пользу Саши. Настенька, я напоминаю правила торгов. Кто выигрывает торги, тот и отвечает, да? Итак, внимание, подсказка номер два. Жалостливая песенка о гибели насекомого. Саша, вы начинаете торги, прошу. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Но я с 5. Угадывай. Угадывай с 5 нот жалостливую песню о гибели насекомого. Слушаем. Они прозвучали, Настенька. В траве сидел кузнечик. Кузнечик, совершенно верно, да. Счет уравнивается 1-1. Внимание, подсказка номер 3. Песня о деревенской жительнице и ее непослушных животных. Прошу вас, Настя, вы начинаете. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я 6. Угадывай. Угадывай с 6 нот песню о деревенской жительнице и ее непослушных животных. Слушаем. Отвечает Саша, он выиграл торги, да? Жили у бабуси три веселых гуся, совершенно верно. Другой белый. Ходили бабуси. Замечательно, счет 2-1. Внимание, подсказка номер 4. Песня мультипликационного героя, мечтающего о празднике. Саша, прошу, вы начинаете. Я угадаю эту мелодию с 6 нот. Я угадаю эту мелодию с 5 нот. Угадывай. Угадывай с 5 нот песню мультипликационного героя, мечтающего о празднике. Слушаем. Настенька, они прозвучали, вам отвечать. Крокодил Гена. Это песенка крокодила Гены, совершенно верно, конечно, да. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Внимание, счет 2-2. Дорогие друзья, сейчас будет разыграна решающая подсказка. Соберитесь внимательно. Песня о женском имени и орудийной канонаде. Прошу вас, Настя, вы начинаете. Я угадаю эту мелодию с 6 нот. Я с 5. Угадывай. Угадывай. С 5 нот песню о женском имени и орудийной канонаде. Слушаем. Вышел на берег Катюша. На высокий наберег, крутой, совершенно верно, конечно. Да, да, еще становится 3-2 в пользу Александра. Ну что же, милая Настя, к сожалению, вы проиграли третий тур, но я вижу, что вы не расстраиваетесь, а если расстраиваетесь, то чуть-чуть. Итак, я говорю вам до свидания, вам аплодируют все зрители. Но это значит, что мы еще с вами обязательно встретимся через несколько минут здесь, на этой площадке. Саша, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые игроки. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Итак, все-таки Александр становится финалистом и победителем нашей программы. Посмотрим, выиграет ли он суперигру. Хотелось бы, чтобы да. Дорогие друзья, даже я, повидавший многое на этом своем ведущем месте, не верю своим глазам и своим ушам, как играют 5-летние дети. Это просто фантастика, замечательная игра. Итак, финалист уже известен. Это Александр Лямин, он появляется в студии. Он уже с нами, добро пожаловать, Саша. Прошу вас, занимайте центральное игровое место, место финалиста нашей программы. Саша, играйте просто замечательно, как настроение? Отлично. Отличное, замечательно. Ну что же, вы финалист, вы уже стали победителем в нашей сегодняшней программе. Играете замечательно, у вас 331 рубль, а рубль сегодня равняется одной квишке. Будем приумножать, потому что в случае выигрыша в суперигре вы получаете еще 500 квишек. Хорошо? Ну что же, остается только поаплодировать нашему финалисту Александру Лямину. Нет-нет, дорогие друзья, поаплодировать на полном серьезе, на все 100%, да. Саша, Саша, все желают вам победы, все за вас болеют. Я тоже. Я буду подсказывать, если что. Готовы? Готовы? Готов. Начали. Да. Это зимой росла елочка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Да, да. Совершенно верно.
Тишина. Саша, собрались. Дальше. Саша, лучше пропустить мелодию, чтобы ладно, не терять время. Пропускай. Это пока пропускаем, да? Хорошо. Дальше. Пропускаем. Пропускаем. Ничего страшного, время еще есть. Дальше. Кнопку. Охрана. Охрана встает, охрана, совершенно верно, конечно, да. Дальше. К сожалению, Саша, к сожалению, время истекло, 30 секунд пролетели, вы не выиграли супер игру, но вам аплодируют все зрители в студии. Александр Лямин, замечательное участие в нашей сегодняшней программе. Ну что же, Саша, я думаю, что самое время пригласить сейчас Анастасию и Дениса, чтобы они присоединились к вам. Потому что, уважаемые игроки, да, Настя, занимайте свое место. Уважаемые игроки, наступает время вручения призов. Мне очень понравилась сегодняшняя игра. Ребята играли просто замечательно. И поэтому всем трем игрокам мои фирменные рюкзачки, набитые вкуснейшим Несквиком. Ролик пить. Меня все зовут, все дети сразу меня узнают. А вам, Саша, будет вручен еще и суперприз, поскольку вы стали финалистом. Вы получите компьютерную приставку к телевизору с кучей всяких игр. Ну что же, уважаемые игроки, прошу вас, зайдите на подиум. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее вместе с подарками. Счастливо, спасибо вам огромное, дорогие друзья. Ну что же, это была сказка, это было чудо. Пятилетние дети играли, да, супер игра не была выиграна, да бог с ней, кто о ней помнит. Но ведь как они принимали участие в нашей сложной программе. Просто сказка. Ну что ж, дорогие друзья, у меня лично прекрасное настроение, равно как я уверен и у вас. Так что до встречи, так что пока.